Капец, смотри, какое испытание, ё-моё. Вы думаете, я пройду? Спасая своих, ты не обретешь покоя. Это лишь сделает тяжелее бремя. Продолжаем играть в Doom Eternal, компания Твердыня Рока. Приятного просмотра, с вами, как всегда, Алекс Плей. Я переделал вашу пусковую установку. Изрыгатель пламени уже готов к испытаниям. Так, какой-то изрыгатель пламени, это очень интересно. Посмотрим, где я нахожусь. О, посмотрите на это. Как же круто. А, новое оружие. Найс, ребятки. Изрыгатель пламени. Это такая гранатка. Окей. Нажмите К, чтобы поджечь врага. Как в рифму, да? Нажмите К, чтобы поджечь врага. Загоревшись, они начнут ронять осколки брони. Убивайте пылающих демонов, чтобы получить больше осколков. Эффективнее всего поджигать целые группы врагов. Изрыгатель пламени со временем восстанавливает запас. Ага, все, я понял. Ну-ка. Ху-ху! О, они броню, смотри, они мне броню дают. Прикольно, мне нравится это. О, ребяточки, ну-ка. А, ну все, надо многих поджигать, да? Я понял. Хорошо, спасибо, мне это нравится. Так, окей, идем дальше. Давай что посмотрим на карте у нас. А, на нижнем этаже у нас книжечка. Секреты мы... То, что не соберем, мы потом дособираем, я думаю. Нажмите, чтобы использовать. Говорит комитет. Нам поступают сообщения из карантинной адской зоны у разлома Сан-Андреас. Эксперты комитета проанализировали данные со спутников и готовы с уверенностью утверждать, что альтернативно живые пытаются отбиться от атаки самого Палача Рока. Ху-ху, Палач Рока. Кто утверждает, будто Палач Рока, или как его еще прозвали, марсианский морпех, вовсе не ангел мщения, а выдумка пропагандистов сопротивления. Объединенная аэрокосмическая корпорация продолжает отрицать его существование. Тем не менее, считается, что именно он остановил работу марсианского комплекса корпорации, разрушив аргент башни. Мы будем следить за развитием событий. Слушай, а это не я ли? Это про меня, что ли, говорят? Может быть, это про меня говорят? Палач Рока, может быть, это я Палач Рока? Ведь я в прошлой части остановил это все. Интересно, прикольно. А, руководство по кристаллам стражи. Это экран выбора кристаллов стражи. Кристаллы стражи навсегда увеличивают максимальный запас здоровья, брони или боезапасов. А, так, что можем... Так. Нажмите, чтобы пропустить. Руководство по кристаллам. При выборе улучшения в этом разделе показан текущий уровень улучшения вашего здоровья, брони и боеприпаса, а также то, как выбранное улучшение повлияет на соответствующую категорию. Так, ну окей. А почему я ниже не могу выбирать? А, ну вот, все, я понял. Броню увеличивают, здоровье увеличивают, боезапас... Здоровье. А, плюс магнит. Магнит для припасов. Вы можете притягивать ресурсы гораздо большем расстоянии. А, я еще и навык какой-то активирую. Прикольно. А, пока ваше здоровье на максимуме, целебные препараты будут перезаряжать кровавый удар. Пока ваша броня на максимуме... Ну, это мне не надо на максимум, да, пока что? Пока ваша броня на максимуме... Подобранная броня будет перезаряжать кровавый удар. Демоны чаще роняют броню. Кстати, это прикольно. Демоны-воители, демоны-герои дольше горят. Изрыгатель пламени быстрее перезаряжается. Демоны чаще роняют броню. Это, конечно, прикольно. Давайте магнит, наверное, сначала качаем. Ну, блин, я бы, наверное, боеприпасы хотел. Боеприпасы это... вот это, да? Давайте боеприпасы. У меня постоянно не хватает боеприпасов. Окей. То есть, если мы два сделаем улучшение, кристальная лихорадка, как только мы сделаем два улучшения, то у нас доступен будет еще и навык. Это прикольно, хорошая плюшечка. Улучшение здоровья, брони, боезапаса, а также все открытые дополнительные улучшения доступны сразу. Осматривайте местности в поисках кристаллов стражей, улучшающие ваши способности. Так, вот такая вот штучка, нужно будет ее искать.
Так, какой-то портал. Подожди, меня, наверное, на нижние ярусы сейчас принесут. Потому что внизу у нас тоже что-то есть. Тут мы вроде все изучили, да? Но больше ничего нету. Ладно, погнали. И в любом случае мы можем вернуться потом. Так, мы сейчас на корабле, да, находимся? Может быть, мой корабль кто-нибудь захватит? Очень круто смотрится. А, это портал. Может быть, я на базе сейчас нахожусь? О, слушай, ну круто. Круто сделано. Чтобы остановить демоническое вторжение на землю, необходимо расправиться с жрецами преисподней. Окей. Я готов расправиться со всеми жрецами преисподней. Я сделаю это качественно и круто. Так, вот оно начало. Все-таки там, возможно, можно было вниз спуститься куда-то. О, я допрыгну? Я точно допрыгну? Что я побаиваюсь? Мне кажется, это плохая идея. Нет! Это не очень хорошая идея была. Так, думай. Сначала сюда, наверное, надо, да? Давай сюда. Раз, два. Зацепиться тоже нельзя. Окей. Боже мой, вы посмотрите на это, скульптура, что ли? Или что это такое? Или, может быть, они застыли? Смотрите, один робот, видимо, изготовленный людьми, да, человеческий такой Голиаф, я не знаю, как его назвать, убил вот этого вот титана-демона. Прикольно, прикольно. Я думаю, нам куда-то сюда надо прыгнуть, да? Или нет? Или я ошибаюсь? Или нам все-таки вперед? Но вперед я... Внизу сразу левел. Я знаю, как сделаем. Вот так. Найс. Дополнительная жизнь получена. Отлично. Может быть, на последнего босса оставим. Так, ну допустим, я сюда спрыгнул. Назад-то я не вернусь. Значит, все-таки нам надо вниз куда-то идти. А, вон оно. Я понял. Я понял, ребята. Куда дальше? А, вот дальше сюда. Далее. О, ты кто такой? Кто это? Волчонок? Пу. Пу. А, главное ничего не пропустить. Давайте поглядывать. Найс! Very good! Здрасте! Тук-тук, не ждали? Да, я пришел. Так, значит, ликование. Красивое здание такое вот. Также текст. Я просто отмечаюсь. Вот, вы можете на паузе, кому интересно, читать. Я вот так буду делать. Там кто-то уже крутится, смотрите. Кто это такие? Новые демоны. Капец. Это капец какой-то. Что нам делать дальше? А нам пока туда не надо, да? Давайте посмотрим. Да, тут у нас будет сражение. Вниз падать нельзя пока что. Тю-тю-тю, иди сюда. Покажем, кто здесь главный. Ха! Вон они, смотрите, летающие твари летающие. Иди сюда. Приветик. Ну давайте, давайте, налетайте, налетайте. Обожаю это делать. О, жестко я руку ему сломал. Ребятушки, лови! Ну как, тебе понравился? Кайфовый. Бедный глазик. Мне до нового оружия. Тра-та-та-та-та-та. У-ху! Ну как вам, а? Животик заболел. Найс. Ах ты, вот эта зараза! Кто ты, блин? Этот гигант бил, по-моему, да? Окей. А как насчет этого? У-ху! Так вот. Ой, нет. Не надо так делать.
Так, давайте посмотрим. Тут мы, в принципе, все взяли, никаких секретиков тут нету, я не вижу. Значит, нам дальше. Оу-вау-вау-вау-вау-вау! А как там эту штучку взять? А, просто обойти, да? А, мы можем также наверх попасть как-нибудь. Внизу, внизу секретики, ребятки. Сразу два секретика. Мы пока что один только нашли. А, книгу. Книгу у нас вот она, да, я так полагаю. А это не считали за секретик почему-то? Интересно. Так, смотрите, я вниз могу упасть. Тут должна быть какая-то дыра. А что такое? А, меня перенесли куда-то. Кровавый удар. Это удар кулаком, который наносит сверхмощный урон. Кровавый удар перезаряжает зверские убийства. Зарядив удар, нажмите, нажмите Y или мышку, чтобы обрушить на него, на врагов, вот этот удар. Ну-ка. Но это же я знаю. Я этим всегда пользовался. Вот это вот, это круто, мне нравится. А если сзади, вот так сзади? О, здрасте. Ну да, я понял. Кровавый удар. А, вот, он заряжается, а потом просто наносит урон всем. Понял, понял. Хо-хо-хо-хо-хо. Как вам? Пауч! Как тебе взять? Я хочу тебя взять, ты мне нужен. Назад я не вернусь уже. Получай. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Бам! Вырубили. Лови! Дыдыщ! А, я думаю, я могу как-то отсюда попасть. Да, нужен выступ. Если бы был какой-то выступ... Ой, больновато. Я бы мог забраться наверх, и было бы здорово. Ладно, фиг с тобой. А, руны улучшают ваши способности или открывают новые. Количество доступных ячеек рун ограничено, поэтому выбирайте руны, которые лучше всего дополняют ваш стиль игры. А, прикольные руны. А, вы выполняете зверские убийства быстрее. Ну, пока что не надо. Зверские убийства можно совершить с гораздо большего расстояния. А, прям издалека, ничего себе. Ну, кстати, неплохо. А совершите зверское убийство, вы ускоряетесь. Посмотрим. Значительно улучшает управление во время полета. Посмотрим пока что. А всего лишь 9 рун, да? Враги дольше пребывают в оглушенном состоянии. Можно тоже, кстати, использовать неплохо. А вы можете... Выживаете при одном смертельном ударе. И время ненадолго замедляется, чтобы вы успели прийти в себя. Эта руна перезаряжается после смерти. Ну, кстати, прикольно, второй шанс, будет лучше выживаемость. А, нажмите... Ну, я, наверное, пока что вот эту руну прокачаю. Найс. О, моя прелесть. Так, руководство по активации рун. Это раздел руны. Здесь вы можете посмотреть добытые руны и активировать их, поместив в доступные ячейки. Ага, я максимум 3 могу таскать. Но это хорошее, я это возьму. Так, а какие-то здания не будут у меня. Также враги, убитые ударом ударной волной, кровавого удара, оставляют здоровье. Тоже неплохая. Убийство с помощью снаряжения и убийство врагов находится под действием...
А, ускоряет перезарядку. Так, ладно, мы тут и посмотрим, какие руны еще взять. Но я пока что взял второй шанс. Я думаю, это нам пригодится. Так, а отсюда мы никак не попадем наверх. Наверху как раз ништяки. Как их взять? Тут вниз никак не упадешь. Если снизу подойти, ну снизу я тоже теперь не могу. О, боже мой. Так, ладно, потом посмотрим. Там тоже секретик. Но тут я сразу вижу, О, смотрите какой. Вау. Мы с ним сражались. Хороший. Я бы хотел всю коллекцию игрушек к себе домой. Бульк. Отлично. Так, тут мы взяли игрушку. Я знаю, что я сделал. Да иди отсюда, иди нахрен! Почти достал! Иди взад! Взад иди! Но почему я достать-то не могу? Сдохни, урод! У меня нифига нету! Я тут бегаю, у меня нифига нету! Мне нужны патроны, Патрики! Этот чувак гонится за мной. Иди сюда. А почему я его не убил-то? Иди нахрен. Другое дело. Так как взять эту херню? У-ху! Вау. В другую сторону давай полетим. Я не долетаю. Тут выход уже, да? Смотри, у меня есть два варианта. На один секрет. А, это и был секрет, да? Смотри, могу ли я наверх сейчас подняться или нет? Давай попробуем. Теперь сюда надо. Короче, три раза прыгаем. Я думаю, это реально сделать. Почему он мне в другой... Блин, не надо туда. Ладно, все, нафиг, последний раз. А то я сейчас все здоровья лишусь. Понимаю. Смотри, сначала я прыгаю сюда, потом сюда, и все. Ну, короче, я хрен его знает. Пойдем дальше. В конце уровня я посмотрю. Я думаю, мы с вами соберем недостающие секретики. Ху-ху-ху-ху-ху! Да сдохни ты уже. Найс. О, жестко. Отлично. Так, хорош. Сам себе убил, что ли? Ой, промазал. Чувак, не надо, не надо, не надо, прошу тебя. Твою ж, блин. Так, заберу патроны.
Отдай сюда. Да кто там еще? Боже мать, этот урод гребаный пошел в задницу. Вали нахрен. О, ребят, меня он бесит. Да что ты тут, почему ты здесь-то? Дополнительная жизнь. А, понравилось тебе, урод? Жизни меня лишил. Так, завершите все столкновения в задании, чтобы получить очки оружейники. Заработанные очки отображаются на шкале демонической угрозы. В каждом задании можно заработать 10 очков оружейника. Очки оружейника теряются в разделе... тратятся в разделе досье арсенала на улучшение модификации оружия. Прикольно, можем что-нибудь улучшить, да? Это раздел арсенала. Здесь вы можете улучшить модификации оружия, настраивать по своему вкусу колесо выбора оружия, а также применять полезные расцветки оружия. Какие расцветки? Стрельба очередями. Наверное, вот это прикольная, да, штучка? И как я... И что я улучшу? Она будет мощнее, да, я так полагаю? А, вот, я могу тратить здесь. А скорость возврата в режим стрельбы очередями увеличена на 50%. Скорость перехода в режим стрельбы. Скорость перемещения в режиме стрельбы лучше. И потом мастер появится. Продление залпа. У демонов, убитых модификацией стрельбы очередями, будут выпадать патроны. Вот это, кстати, бесконечные патроны. Это круто. Давайте на максимум уже прокачаем. Быстрое восстановление. Давайте, найс. А, быстрые ноги. Или... Скорость перехода. Давайте скорость перехода улучшим. Отлично. И можем вот это оружие прокачать. Я так полагаю. Быстрая перезарядка, мгновенная перезарядка, время перезаряжения... А, не хватит. Ну ладно, хотя бы давайте на быструю перезарядку. Хоть что-то. Но потом мы все это улучшим. Так, тут, значит, разобрались, понятно. Так, что у нас здесь? Подожди, в смысле, а тут еще есть борьба? А как ее активировать? Ну-ка. Ну, вот я здесь стою, как я это активирую? Хрен, короче, с тобой. Ладно, уходим. Во-во-во. Там что-то есть. Куда он меня ведет вниз куда-то? Подожди, наверное, сюда пока не надо. Тут карта. Как до туда допрыгнуть? Я смогу по листьям скарабкаться, как вы думаете? Или это не очень хорошая затея? Или может сверху я могу прыгнуть? Давай попробуем хотя бы. Что-то боюсь. Так, ну я падаю. А по-другому нельзя, да? Хрен на тебя, короче, уговорил. Идем дальше.
Может быть, мы сюда еще вернемся. Я могу, по идее, сюда тоже прыгнуть. Ну, как это сделать? Может, как-то отталкиваться? Так, ну все нормально. Капец, боезапасов постоянно не хватает. Ушел. Тут надо постоянно бежать. О, броня, это хорошо. Ой, тихо-тихо-тихо, не падай. Тут пока закрыто. Тоже закрыто. Так, а что там дальше? Там есть дополнительная жизнь. Ух, ё-моё. Или она не здесь, она вот здесь будет. А тут ничего нету. Хорошо, идем. Дополнительная жизнь нам не помешает. Второе, второе. А тут я ворота никак не открою. То есть, когда ворота откроются, тогда я могу взять дополнительную жизнь. Надо не забыть. Красная карточка. Ой-ой-ой. А вот сейчас я взял секретик, да? А, волк, запись из архива Веги. В легендах Аргента упоминаются звери-стражи, которые были для закаленных в боях воинов верными соратниками. Зачастую эти звери были крупнее, быстрее и сильнее других особей своего вида. Они руководствовались инстинктами своих хозяев и помогали им в боях. Ночные стражи не открывали тайну происхождения этих существ, полагая, что только они сами достойны таких компаньонов. Прикольно. Так, ну, по крайней мере, мы тут разобрались. Это назад. Там я, походу, что-то не взял, да? Ладно, хрен на тебя, потом будем. Я же говорю, что потом будем быстрее проходить. Тут точно ничего нету, я уже запутался, боже мой. Надо как-то наверх попасть. Тут закрыто, тут закрыто. А, может быть, стрелять, да, в них надо? Или зацепиться, я не понял. Что от меня хотят? Я не смогу зацепиться. Пока что движемся дальше. Почему она не активируется? Какого черта? Что-то надо сделать, да, перед этим? Может, вот эти уничтожить? Слушай, ребят, ну я не знаю, по идее надо вот эту толкать. Может, какую-то другую кнопку? Я ее сколько раз, вы видели, я сколько раз била, ничего не происходило, сейчас произошло. Что за издевательство надо мной? Я изначально все правильно сделал.
Вы сами видели, сколько раз я ее дубасил. Может, надо было бомбочку просто закинуть? Так, ага, я понял, я понял. Ставим сюда. Отлично. И последнее. История стражей. Надо было наверх, наверное, с ней подниматься, да? Что это такое? Бустер. Нажмите Shift, чтобы резко ускориться во время бега или сражения. Совершив рывок на неровную поверхность, вы сразу сможете за нее уцепиться. Запаса энергии в бустере хватает на 2 применения. А, я теперь могу зацепиться. Слушай, не, это я, конечно, понял. А может быть, я с помощью этого могу какие-то секреты взять, да? Может быть, я могу сюда теперь пойти, я думаю. Так, окей. Окей, хорошо. Ну, сейчас мы вниз спускаемся. Поднимаемся. Окей, хорошо. Нам надо назад, нет? Ой-ой-ой, чуть не переборщил, ребят, чуть не переборщил. Так, ну мы взяли, да? Секретики взяли. Я думаю, потом можно будет назад вернуться и уже дособирать недостающие части. Ау-ху-ху! Хороший волчонок. Так, ну тут, в принципе, больше такого ничего нету. Окей. Что там меня ждет? Босс, нет? О-о-о-о. Кто это, мать его? Титан будет? Неужели я с титанами буду какими-то здоровыми сражаться? Зачем? Я хочу пройти игру. Ладно, атмосфернее, атмосфернее. Не зарься. Ха, не зарься. Я сделаю с точности да наоборот. Ты не следует убивать жрецов. Ты ведь знаешь наши законы. Пусть они предатели, ничтожные отступники. Но в их жилах течет кровь стражей. Ты пытаешься помешать тому, что твой разум просто не способен постичь. Это предначертано. Пришел их черед для покаяния. Если ты не остановишься, то навлечешь на себя всю ярость небес. Я готов к этим испытаниям. Они более не твой народ. Их не спасти. Мне нравится его характер, да? Он все делает наоборот. Вот ему скажешь, туда не ходи. Значит, я туда пойду. Вот это не бери. Значит, я это возьму. Не смей ломать это. Я это сломаю, потому что ты сказал, чтобы не ломать это. Лучше просто с ним молчать. Ведь он действительно все делает наоборот. Вы не заметили? О, секретик. Да-да-да-да, сразу. У меня уже чуйка на эти секретики. А, так, наверху еще что-то. А, нет, сейчас направо. Два сразу прыжка, да, можем делать? Окей. Я вечно забываю, перезаряжаться уже не надо. Так, тут больше, в принципе, ничего нет. А мы назад возвращаемся, да? Ууу!
Слушай, ну классно, классно. Мне со шрифтом нравится. Оу. Тихо. Дружище, не спеши. Оу. Да не кусайся ты, твою ж мать! Отдай глазик. А чё они такие мощные-то? Оу. Оу-оу-оу-оу. Ребята, полегче, попроще будьте. Иди отсюда. Кто там шмаляет меня? Это сложные испытания, да? Не стоит их проходить. Так, если я вернусь назад. А вот это мы не брали, да? Я сейчас могу залезть туда, получается, да? Я один разок попробую. Ну и ладно. Больно хотелось. Мне нравится двойной прыжок плюс двойной shift. Фига себе, мы прыгаем теперь. Так, теперь нам надо сюда. Патронов почему-то очень быстро патроны заканчиваются. В этом доме вообще не хватает. Батареи стражей позволят восстановить энергоснабжение корабля. Часть отсеков сейчас законсервирована. Найдете достаточно батарей и сможете использовать все функции корабля в полную силу. Так, окей. А если я ж теперь могу хоть сюда вернуться, да? Назад. Проще заново начать, если что. Двери закрываются. Оу, плазменное оружие. Тебя-то мне не хватало. Красотка. Так, Ревенант, летающий демон-воитель, специализирующийся на атаках средней дальности. Его слабые места... Напальные пушки, уничтожьте их, чтобы прекратить обстрел и принудить реверант к ближнему бою. Обратитесь к кодексу, чтобы узнать о слабых местах демонов. Пушки можно вырубить сразу, да? Слушай, ну мне нужна снайперская атака. Это здорово, мне поможет. Попался. Уху. Найс. Слушай, она хорошая. Тут секретик. Надо как-то снизу до туда добраться, я думаю. Броня, это хорошо, это very good. А, ты не живой. Блин, больно, зараза бьет. Все.
Да ну харе, ну ребят, ну заканчивайте уже, не смешно, ну-ка. Иди сюда. Крыланы, блин, тут летают. Я справился, да? Как сюда можно попасть? Нам показывают, что тут есть секретик. А, через низ, все понятно. Надо обойти. Не, ну все равно мы максимум-то соберем по возможности. О, смотрите, рука такая, рука гиганта тянется, чтобы открыть все вот эти вот врата. Угу. А если я туда пойду, интересно, что будет? А где секрет? А, нам сюда, да, нам подсказывают, что нам сюда. Так, а секретик, он где-то вот здесь. А, можно вниз спуститься. Вот эта херня загораживает, видите, вход. А, вот, мы ее откатили, вон оно как. Вон оно что, Михалыч. Найс, на один секрет, смотрите. Виниловая пластинка. Вот это круто. Найс. Хорошие тут секретики, надо собирать, ребят. Так, что у нас по секретикам? Раз, два, три, четыре, пять, шесть секретиков не взяли. Слушай, а что если мы сюда пойдем? Там что-то будет? Ах ты что, скотина! Пугаешь меня... Да иди ты в задницу. Да ну больно, прекрати уже. Так, что-то у нас здесь. Какая ж ты зараза. Карта. Да вы прекратишься когда-нибудь, нет? Ну-ка. А, карта полностью открылась. Мы сразу видим, тут у нас жизнь. Невзятая. Желтые, я не знаю, что это значит, желтые. Тут выход, видимо. Там еще сражаться предстоит. Мало боеприпасов и здоровья. Зачем мне это? О, это хорошо. Так, значит, у нас есть еще одно оружие. Ну, прицельный выстрел, конечно, это нужно прокачать. Термоудар есть. Па, вот этот термоудар у нас уже был. А, магнетрон. А что делать магнетрон? Нажмите мышь 2, чтобы захватить цель, а затем выстрелите сфокусированным лучом плазменной энергии, которая парализует демонов и после смерти взрывает их. Ух ты, нифига себе. Я даже не знаю. Но вот это тоже, точная стрельба тоже нам нужна. Микроракета или точная стрельба? Давайте точную стрельбу, а потом остальное все прокачаем. Успеем еще, ребят. Потом плазму будем прокачивать, она тоже хорошо. Сразу поменяем. Все. Можем прицеливаться. Рядом находится реактор стражей. С ним вы сможете запустить робота и расчистить себе путь. Какого робота нахрен? О, боже мой. Что это такое? Какой мне путь расчищать? Мне надо было обязательно все-таки это взять, да? Просто по каким-то кишкам хожу. Так, жизнь получена. А, вон как и надо, да? Что-то... А куда вставить-то, я не понял.
Сюда? Ну-ка. Слушай, ну круто сделано. О, боже мой, смотрите как. Как будто бы ты участвуешь, ну, такие впечатления, как будто бы ты участвуешь в каком-то фильме Марвела. Это очень круто. Так, значит, теперь нам все открыто, тут мы все взяли, да, секретики? Ну, тут понятно. Цепляемся. Я уже научился. Перевод выдержки какой-то, история. Назад. А почему я не все это читаю? О, боже мой! Охренительно смотрится. Офигеть. Тут какие-то знаки, врата какие-то. Демоны все еще у нас. Там ворота. Я думаю, нам туда потом, да, надо будет идти. Или подожди, или я отсюда начинал. По-моему, я тут начинал. Бог ты. Так, а может быть внизу что-то у нас есть? Можем вниз прыгнуть. Я даже не знаю, куда нам идти. Ворота пока... Пустите меня! Пустите! Пустите! Закрылись. Сволочи они. Так, значит, мы можем вниз прыгнуть. Я думаю, нам надо вот эти штучки активировать. Да, 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 вот это теперь. Теперь вниз. Так, вниз-то я упал. А тут секретик спрятан, смотрите. Плюс 35. Это секрет же, да? Все, теперь можем подняться наверх. Или не можем. А, сначала сюда надо залезть. Отлично. Так, понял. Хо-хо-хо-хо! Какая это прелесть! Офигенно! Три сразу! Вау! Охренительно! Просто... Просто офигеть! Вон они, титаны, смотрите! Тут, кстати, в нем секретик, и мы можем попробовать попасть в его желудок, видите? А это и надо активировать. Надо также активировать. Теперь вот этот Голиаф, я не знаю, блин, кто. Ну, вот этот здоровяк, ему стрельнет в пузо, его разорвет, и мы туда попадем, в общем. Так, давайте смотреть. Сейчас вниз 100%. А, тут новые испытания у нас. Кстати, нам всего лишь осталось 4 секретики. Мы почти что все взяли. Я знаю, что я сделаю. Другое дело. Зараза. Слушай, прикольно. Надо было сразу так сделать, прокачаться. Просто издалека перефигарим их. Патронов нету. Какая-то зараза. Он еще убегает.
Точно ничего нету? Ладно, туда мы можем в любой момент попасть. У-ху! Давайте, уродцы. Маленький, а? Хотите? Сука! А! Больно! Иди сюда. Мы же этого не добили, уродца! Я почти рядом. Отлично. Патроны ты мне свои отдашь. Я живой? О, нет! Валим, 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 валим. Я знаю, куда. Надо свалить подальше, отбежать. Что там это такое? Ах ты, зараза, лови! Давай, давай, давай. Его лучше вот так убивать, проще. Капец. Блин, это сложнее, чем предыдущая часть. Уйдите отсюда нахрен! Это более мощный, да? Выстрел. Иди сюда. Твою ж мышь! Уйди отсюда нахрен! Где эта херня? Зараза. Да. Подбили его. Переборщил. Бесячий вообще. Минус глазик. Так, ну это мы все сделали, да? А наверху броня, почему я ее не взял? Хрен на эту броню вообще нахрен. Не нужна она мне. Давайте еще раз на всякий случай посмотрим. Ну, все важное вроде взяли. Тут какой-то вопросик непонятный. А, ну сюда, видимо, мы потом попадем. Окей.
Я не могу эту херню убить! Отлично, хорошо. Угу. Может быть, нам вниз потом? Там какие-то ворота. Я сейчас должен что-то активировать. Подберите конденсатор, чтобы полностью зарядить бустер. После этого вы снова сможете воспользоваться им, чтобы перепрыгнуть пропасть. А, вон оно как. А, сначала надо подобрать. А, прикольно, я могу четыре раза мог прыгнуть. Отлично. Сейчас мы тебя зарядим. Ой, нет, не так. Промазал! Вот это очень плохо! Если пила достается, значит у меня нет боеприпасов вообще. О, идем к этому титану. Сделаем это. Ну, держись. О-хо-хо. Мне кажется, у меня не сварение. Теперь надо туда прыгать, да? Так, ну пошли, вроде все взял. 4 секретика не хватает. И что будет, если я туда перемещусь? Я же еще не все взял. Контрольная точка. Оу, я у него в желудке. Как тут мерзко. Ёбаная зараза. Да сдохни ты уже. Он тут прям испытание какое-то. Ай, гребаные щупальца, иди в задницу. Давай. Проглотил, да? Отлично. Базик мой. Да, это было легко. Слушай, мне нравится так летать. Без броня. Так, кто-то все сделает. А я мог сразу сюда попасть, по-моему. Да, ё-моё. А это другое дело.
есть издалека прикольно, в принципе, до них дотягиваться. В сложных ситуациях. Угу, что у нас здесь? Скорее всего, что-то я не вижу пока. Так, теоретически может под низом что-то быть. Почти, почти получилось. Я прыгать не могу, а я могу до сюда добраться, кажется. А, нет, не могу, слушай. Тут по-любому надо обходить, да, опять? Она быстро перезаряжается. Так, подобрали. Ухо-хо-хо-хо. Тихо-тихо, спокойно. Так, давай подумаем, куда мы можем. А, вот, пушка направлена ему в желудок, да, опять? Только я не понял, куда мне? Мне надо на пушку залезть. А я могу так залезть? Я отсюда могу туда запрыгнуть. Так, значит, сначала надо... Заряд я взял, сначала нам надо зарядить ее. Где она заряжается? Я могу по руке попасть? По руке нельзя. Это назад, нам сюда тоже нельзя. В смысле, не надо. Но вот это прям бесит. Попытка номер следующая. Ну, если не бить. Ну, надо один раз. Но я почему два раза нажим? Вот, другое дело. Надо чувствовать. Игру надо чувствовать. Так я тут же и был, мне сюда надо вставить ее, оказывается. Ё-моё. Ну капец, клуша. Давай, 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 давай. Оу, воу, 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 воу. Хорошо. Ау. Попытка номер два. Хорошо, хорошо. Так, давайте проверим все, посмотрим. Вроде ничего тут нету. А, нет, что-то есть внизу. Что-то внизу. С другой стороны, что ли? А, улучшение. Давайте тогда сейчас прокачаем. Смотрите, у нас будет магнит работать. Мы прокачаем сейчас броню. Отлично. Броня укреплена, магнит... Теперь мне магнит доступен. Магнит, кстати, неплохая штучка, очень даже хорошая. А насчет секретиков, что у нас? Три секретика я не собрал. О-о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 .
Ах ты, зараза. Ладно. А у меня патронов нету. Блин. Или есть? А, есть. Зарядка была. Да нет, нету. Какая же зараза, скотина. Так, что теперь вниз, да? Так, сюда сначала. Не торопимся, не торопимся. Я думаю, тут можно упустить секрет. Хотя вроде ничего такого нет. А зачем мне назад вверх? Будем иметь в виду, что мы можем вверх. А это мы возьмем. Часть истории. Так, давай посмотрим изображение. Закрываем запись. И вот он текст. Я неправильно делал до этого. Если будем читать, это слишком будет долго. Я потом почитаю, но, блин, не в серии же это делать. Да, правильно? Чтобы серия была более насыщена. Осталось два секрета. А идти нам идти. Идти и не перейти. Туда, наверное, да, я думаю? Да, туда. Куда еще? Раз. Отлично. В смысле? В смысле платформа рушится? Я откуда знал? Что тут такое? Может, секретик? Где я? Что это такое, мать его? Броня! Отсылочка на старую или что это? Зато мы вот, ребят, секретик нашли. Такого никто не видел, я думаю, да? А, можем еще... Так, можем еще выбраться, выжить. Зараза. Где он? А, он все, да? Так я добрался, что ли? Можно было таким путем добраться, да? Более кратчайшим. Там какой-то ключ фиолетовый, я думаю, надо взять. Так, и зачем нам сюда? А ключ палача. Ключ палача открывает находящиеся рядом врата палача. За прохождение всех 6 врат палача вы получите доступ к развоплотителю в твердыне Рока. Это считается секретик? Ну-ка. Даже не знаю. Врата палача не обязательны. Очень трудные поединки, и боеприпасы и дополнительной жизни, потраченную в бою, не восстанавливаются. Завершите бой и получите награду 3 очка оружейника и небесный ключ. Чтобы открыть врата палача, нужен ключ палача, который находится рядом с ним. А что будет? Сделаем это? Хороший ключ.
Ой, будет жестоко. Отдай патроны. Главное бегать постоянно. Найс. Мать его, это кто еще такой? Хрена себе, откуда? Уходим. Ой, я попал, ой, я попал. Так, немножечко. Уходим. Почему ты не прыгнул-то? Твою ж мать! Почему такие сложные-то? Да вы издеватели! Нахрена я за это взялся-то? Слушай, ну почему так долго-то?
А какое задание-то я не понимаю, мне надо сделать? Ой-ой-ой! Я не понимаю, в чем прикол. Это невозможно, невозможно их всех убить. Гребаный бонусный этап. Нахрен вообще взялся за это? Почему так сложно-то? Вы нашли небесный ключ. Добудьте все 6 небесных ключей, чтобы активировать механизм творцов в твердыне Рока, открывающий доступ к рев... Тут больше ничего нету. Ну капец, слушай. Нам вперед, да? Тут где-то жизнь, прям, смотрите, мы прям, да, туда надо прыгать. Я взял, но это не считается за секрет, да? Так, окей. Чем теперь делать? Я как бы в начале. А, ну вот, я отсюда. Значит, нам надо вперед. Наблюдаю рядом биополе предателя. Так, можем вниз спуститься. Нам в любом случае вниз, да, надо? Тут там что-то есть.
О, секретик найден. Игрушка. Найс. Сразу не заметишь. Так, получается, я какой-то один секретик не нашел. Один гребаный секретик. Там повсюду артиллерия и датчики движения. Жестко, жестко. Я велел оставить меня в покое. Мое место здесь. Спасая своих, ты не обретешь покоя. Это лишь сделает тяжелее. Бремя. О, последний, да? Идешь против воли Созидательницы. Твоему народу пора искупить грехи. Так было и с моим. Услышь, палач, когда умолкнет его сердце, душа его обретет покой. Его и моя. А наверху последний будет секрет, который надо будет взять. Слушай, ну мы по идее все взяли. Предатель. Запись из архива Веги. Это вот этот предатель, да? Посмотрим изображение. Тут можете почитать о нем. Запись S. Предатель. Вот. Интересно очень, кстати. Советую хотя бы про него прочитать, кто не читал. Я тоже прочитаю, но потом. Так, все взяли, ребят. Прям все собрали полностью, как я вам и обещал. Как я переборщил-то? Почему? Проследуйте к отмеченной точке. Я готовлюсь забрать вас оттуда. Капец, смотри, какое испытание. Ё-моё. Вы думаете, я пройду? Перебарщиваю. Почему? А как до нее допрыгнуть-то? Там что-то есть другое. Можно по-другому, что ли? Смотри, сюда падаем, да? А, вон оно как. Я понял. Чё, не надо было сюда? Так, ну по крайней мере, мы живы. Она не заспавнилась! Твою ж! А, всё нормально. Давай. Ты сможешь? Вот это зачем нам нужна штука, я не понимаю. А, там это, я понял, да-да-да. Я все понял. Раз. Два. Почему? А куда надо было прыгать? Так, ну тут я понимаю все прекрасно. Она не... Я не успеваю перезаряжаться. У меня мало здоровья.
сразу к аптеке. О нет, вот этот гребаный кракен, пошел он нахрен. Вали, придурок, ну-ка. А, нет, нет, только не кракен, только не кракен, гребаный. Что такое у меня? Какой-то натиск. Иди сюда. Разваливай! Ой, промазал. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Капец, долгая серия. Да кто меня там щипает, твою ж мать, иди нахрен! Кто это? Кто? Ой, ты мне нужен сейчас очень сильно. Ну реально, ну хватит! Хватит из... Ах ты ж, блин! Это жизнь дополнительная! Ты, сука! Да не вздыхай ты раньше времени. Назад. Минус. Боже мой. Я уже до конца додерусь. Так, ну что, ребят, прошли игру на максимум, да? А это что такое? А, я... Это просто телепорт был. Я просто не хотел проходить миссию. А мы бы ее не прошли, да? Найс. Сражений. А почему 8 из 10 сражений, я вот это не понял. Что я пропустил и как нужно было играть? Я просто некоторые сражения просто не мог активировать, не знаю почему. Исследование завершено. Секретная стычка. А как с секретными стычками, я не понимаю, ребят. Это для меня что-то новое. Зато все секретики. Пятнадцать из 15, отлично. И награды. Скоро будет. Так, а... Глазком одним глянем.
следующую главу. Я отдохну, и мы продолжим играть. Охренительно. Твердыня Рока. Я здесь появляюсь всегда, да? Теперь небесный локатор сможет запеленговать остальных жрецов. А, вот мы артефакты собираем, да? Второй жрец преисподней сейчас в северном полушарии Земли. Я уже настраиваю портал. Некоторые зоны закрыты, чтобы снизить нагрузку на генераторы. Вы получите к ним доступ, как только восстановите энергоснабжение. Окей, ясно, конечно, все хорошо, ребят, но мы уже в следующей серии с вами продолжим играть. Ну, мы что-то собираем, активируем. Использовать. Роберт Принц. А, мы можем играть, да? Дополнительное. И что это такое? Стоп, играть. А, это пластинка, это просто музыка. А, тут будут мои пластинки, видимо, я могу музыку включать в любой момент, понятно. Ну, ребят, спасибо за просмотр, с вами был AlexPlay, долгая была серия, но мы будем играть по главам, какие бы они большие не были. Вот, до новых встреч, всем пока.